Здравствуйте! Программа «Мир наизнанку» приветствует вас из города Сиемрие в королевстве Камбоджа. Города, который еще 10 лет назад был глухой деревней и сегодня трансформировался в туристическое сердце страны. Тут можно найти любые развлечения, например, заказать массаж рыбам. Но если сделать шаг вправо или влево, увидишь совсем другую жизнь. Сегодня в программе. Нетуристическая жизнь вокруг самого туристического места в Камбодже – храмового комплекса Ангкор. Поминки, которые легко спутать со свадьбой. Почему кхмеры не пользуются холодильниками и каждый день закупают лед, который производят на специальных фабриках? Чем питаются кхмерские водители и дальнобойщики? Или веселые приключения на точках придорожной продажи рисового чняня? Краван! Краван! Битва за туриста – как негласная причина битвы за храм. Почему два соседних буддийских королевства – Таиланд и Камбоджа – стреляют друг в друга? Мужской разговор или все о резиновых изделиях? Мы будем работать на каучуковой плантации. Расширяем кругожур. Плод с райским вкусом и адским запахом. Вместе с вами мы попробуем легендарный дуриан. Фрукт, запах которого будет хорошо знаком всем ассенизаторам. Не переключайтесь, будет интересно. Фу! Сиемриеп – один из крупнейших центров мирового туризма. Город по соседству с развалинами храмового комплекса Ангкор. Именно ради них в Камбоджу каждый год приезжает 2 миллиона туристов, чтобы потоптаться по останкам древней цивилизации и увидеть места, где снимался фильм Лара Крофт «Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли, и понять, за что актриса так влюбилась в Камбоджу, что после съемок «Расхитительницы гробниц» вернулась туда и усыновила маленького камбоджийца из приюта для сирот. Считается, что Ангкор миру открыл француз Анри Мо, который, путешествуя по непроходимым джунглям, якобы и наткнулся на съеденный лианами Ангкор-Ват и рассказал о нем миру. Но все это больше красивая легенда. О развалинах столицы Кхмерской империи камбоджийцы знали всегда. Они видели их, когда охотились в джунглях, только значения особого не придавали. Да и заброшенными храмы Ангкора никогда не были, как минимум, в них всегда жили монахи. Сегодня прежде всего сюда едут, чтобы увидеть чудо света – Ангкор-Ват, главное из сооружений храмового комплекса, которое в первой половине 12 века построил монарх Сурья-Варман II, как храм и как свою усыпальницу. По легенде, храм строили сверху вниз, выкопали вокруг ров длиной более 3,5 километров и шириной почти в 200 метров, а из вырытой земли насыпали огромный холм. Каменные блоки работники поднимали на вершину холма с помощью слонов, землю постепенно убирали, камни добавляли. Чтобы поверить в эту легенду, лучше взглянуть на Ангкор-Ват сверху. Так хорошо видны и строения, высота которых увеличивается по направлению к центру комплекса, и огромный водный канал, которым окружен Ангкор-Ват. К сожалению, на вертолете нам не подняться так высоко, чтобы увидеть и снять все сооружения Ангкора вместе. А это самое интересное. Ведь точно известно, расположение объектов Ангкора точно повторяет созвездие дракона. Чтобы узнать, действительно ли дракон – зеркало небес тех лет, вооружившись компьютерными технологиями, за работу взялись ученые. И убедились, что линия расположения строений Ангкора действительно моделирует спираль дракона. Проблема только в том, что тогда, в 12 веке, созвездие относительно храма располагалось, говоря языком простым, вверх ногами. Случайно ли земную проекцию небесного шаблона развернули на 180 градусов? И повторял ли вовсе храмовый комплекс созвездия дракона? На помощь снова приходят компьютерные технологии и дают точный ответ. Да, день весеннего равноденствия в 10500 году до нашей эры картина неба была точь-в-точь такой же, как и храмы Ангкора на Земле. Велось ли тогда хоть какое-нибудь строительство? И были ли вообще люди в этом месте? Проверить уже не получится. Да и никаких документальных свидетельств нет. Но, видимо, не случайно на стенах одного из храмов нашли древнюю надпись «Страна Камбу подобна небу».
Про Анкор снято сотни фильмов и программ, написано тысячи статей, и рассказать о нем что-то новое сложно. Но сегодня мы к нему еще вернемся, как к негласной причине конфликта с соседним Таиландом. А еще побываем на границе двух соседних королевств, где увидим причину реальной вражды и даже стрельбы между Таиландом и Камбоджей. Ну а сейчас посмотрим самое интересное – нетуристическую жизнь рядом с самым туристическим местом в королевстве. Пришло время автопробега по окрестностям Анкора. Ну здравствуй, машинка. Нас с тобой ждут большие приключения. Заводись. Этот американский внедорожник марки Jeep 1946 года выпуска мы взяли на прокат у полицейского по имени Дара. Он дал нам машину без номеров, без техосмотра, без регистрации и просто сказал: если вас остановят, показывайте мою визитку, и вопросы отпадают. Машина пережила кровавые времена в Камбодже, видела режим Пол Пота, а сейчас работает в прокате. И именно на ней мы отправляемся в наше путешествие. 4 человека на одном мопеде. Это еще не предел. Сейчас попросим залить нам немножко мазутика. И это не шутка. Эта машина ездит на мазуте, потому что мазут по-камбоджийски. Дизель. Здравствуйте, мазут! Очень оригинальный датчик уровня топлива. Нужно просто потрусить машину и посмотреть, где оно там булькает. Литров 10 влезет еще. КамАЗ, Камбоджа, наш родной. Нарядно. И музыка играет. Наверное, это свадьба или еще какой-то праздник. Давайте зайдем посмотрим, что это. Оказалось, что музыка и улыбки в буддийской стране еще не показатель праздника в доме. Все наоборот. Тут умер человек. Но на ситуацию нужно смотреть с позиции буддиста, смысл жизни которого – вырваться из круга рождений и смертей и попасть в нирвану. И в этом случае смерть уже не так страшна, а является одной из ступенек по пути к нирване. Хотя, безусловно, о родных тут все равно скорбят, и в этой семье горе. Вы не представляете, как неудобно получилось. Если отъехать от Сьемреепа буквально километров на 15, дорогие отели сменяются избушками на курьих ножках, и начинается совсем другая жизнь. Пока туризм только развивается, и на жизнь этих людей повлиять не успел. Практически как и во времена Анкора, они занимаются натуральным хозяйством и ловят рыбу, а живут в лачушках на высоких сваях, спасаясь от ежегодных наводнений, когда самое большое озеро Юго-Восточной Азии, Тонлесап, выходит из берегов и топит все вокруг. Большинство домов по-прежнему без электричества, и только самые обеспеченные семьи могут позволить себе роскошь – телевизор, работающий от автомобильного аккумулятора. Выражение «рай в шалаше» – это про Камбоджу. Счастливым тут можно быть и в нищете. Тут об этом знают и этим пользуются. Камбоджа – тропический ливень. Здравствуйте! А что вы тут жарите? Попробуем, какая ты золотая рыба из самого большого озера в Юго-Восточной Азии – Тонлесап. Рыба как рыба. Золотая. Бери, угощайся. Ну что, ты не ешь рыбу, что ли, своего села-то? На. Бери, кушай. Ты бери. Кушай.
Анкора и толпы туристов не сделали этих людей богаче. Но, как и свойственно всем кхмерам, они довольны жизнью, пусть даже чумазой и босоногой. Искусству улыбаться у кхмеров стоит поучиться. Понять, как при бюджете семьи в $1 в день можно оставаться такими позитивными. Если посмотреть на этих людей через призму европейских ценностей, то можно говорить, дескать, не живут, а выживают. Но сами кхмеры с такой теорией категорически не согласны. Есть рис, рыба в озере и солнце на небе. А значит, и жизнь хороша. Вдоль трасс и прямо в лужах возле домов кхмеры ловят маленькую рыбешку, из которой делают паштеты и супы. А еще собирают плоды лотоса, священного в Камбодже растения. По легенде, новорожденный Будда сделал первые шаги, на месте каждого из которых вырос именно лотос. Растение, корни которого всегда в грязи, а листья и цветы при этом чистые. Для азиатов оно символизирует чистоту. Но его же, оказывается, можно жарить, варить, сушить и даже солить. А еще есть сырым. По вкусу напоминает очень... какой-то недозревший арахис. Вкусно. Чнянь. А еще лотос используют в народной медицине и магических обрядах. Он защищает от сглаза и способен помочь приворожить любимого человека. Кхмеры об этом знают, но больше всего любят есть лотос, а вернее его семена. Можно сырыми. А если сварить в сахаре, получится его вселюбимое детское лакомство. На капоте поедем, все вместе? Опа, опа. Спасибо вам, пока. Опа. Ну ничего себе, дискотека в тихой кхмерской деревне. Совсем рядом с Анкором можно найти и не менее грандиозные, но не популярные среди туристов исторические сооружения. Это прототип Анкора. Точная его копия, только уменьшенная. Всего в 60 километрах от Анкора Большого. Учтя ошибки, допущенные при строительстве этих храмов, и был грамотно возведен уже большой Анкор. Здесь нет туристов, мы спокойно добрались сюда на своей машине. А значит, есть уникальная возможность потоптаться по развалинам 8 века. Это храм Бенгмеле. В отличие от Анкора, он еще не расчищен от лиан и корней и практически безлюден. Вот такое чудо. Можно сказать, без охраны. Место, где действительно чувствуешь себя в древнем, затерянном и съеденном джунглями городе. Повторюсь, это всего в 60 километрах от храма Анкора, безлюдный который только по ночам. В Юго-Восточной Азии, где 365 дней в году жара, всему голова, не хлеб и даже не рис, а лед. В Камбодже ситуация особенная. Тут очень дорогое электричество, и позволить себе холодильник могут только богатые семьи. Народ же пользуется вот такими пенопластовыми ящиками, в которые бросает лед. Дайте что-нибудь холодненького. Чтобы содержать в Камбодже классический холодильник, который работает от электросети, придется каждый месяц тратить на электричество от 25 до 50 долларов. Это огромные деньги для кхмеров. Куда выгоднее вот в таком розничном ледяном магазине купить брусок льда или даже заказать его курьерской доставкой прямо на дом. Вот это розничная точка по продаже льда. Ребят, покажите лед свой. Что у вас есть сегодня? Ассортимент у нас какой? Ага, понятно. А вот, собственно, и фабрика, на которой этот лед делают. Сначала воду заливают вот в такие резервуары, отфильтрованную воду. Потом подъемный кран поднимает их и погружает в ледяную соленую воду. И вот уже вот тут, в соленой воде, все это довольно быстро превращается в лед. Собственно, вот это пресная вода,
А вот это соленое вокруг. Собственно, этот бассейн и выполняет роль огромной морозильной камеры. Чтобы соленая вода в нем всегда была ледяной, при заводе даже есть портативная электростанция. Металлические ящики поливают теплой водой, лед немного оттаивает, и после этого его уже можно извлечь. За день ледяная фабрика производит 400 вот таких брусков, каждый из которых весит 145 килограмм и стоит ровно $3.5. А вот такой брусок может на сутки обеспечить холодильником почти 300 семей. В день, к меру, достаточно полкило льда. В розничной точке продажи за него придется заплатить 25 центов. Методом несложных подсчетов вычисляем. В месяц можно уложиться ровно в $7. Экономия в сравнении с электрическим холодильником очень солидная. Вы представляете, хозяйка этого завода подарила нам один такой брусок льда. Говорит, ну при одном условии, самовывоз. Этот лед не пищевой. Как вы видите, санитарные условия здесь не самые лучшие. Его используют для холодильников. Хотя желудки у кхмеров подготовленные, поэтому очень часто такой лед употребляется и в пищу. Лед с пищевых фабрик дороже промышленного. Поэтому, традиционно улыбнувшись, кхмеры в основном используют для нетуристических коктейлей и пищевых нужд лед не пищевой, предназначенный для холодильников. И получается у них очень вкусно и необычно. А что это у нас девочки тут делают? Кхмерский вариант мороженого. Вау. Можно я попробую тоже? Чтобы сделать кхмерское мороженое, потребуется обычная терка, лед, большой кусочек, такая деревяшка с гвоздиками, которые мы фиксируем лед. И все это мы натираем. Получается такая ледяная пудра. Что делать дальше? Покажи. Сладенькое, да? Давай попробуем. Лед со сгущенкой. Довольно-таки вкусно. Чинянь! Ледяную стружку смешивают не только со сладкими наполнителями. Существуют варианты и соленого, и даже острого мороженого. В таком жарком климате все холодное, на вес золота. Давай теперь я тебе сделаю. Смотри, вот я натер лед, я тебе положу туда вот этот мед, налью сгущенки и немножко молочка. Давай. Это тебе, милая. Кушай. У меня хорошо получилось. Чинянь! В окрестности Великого Ангкора мы сегодня еще вернемся. А пока перемещаемся в самую горячую точку современной Камбоджи – храм Приавихер на границе с Таиландом. И попытаемся узнать, почему соседние королевства стреляют друг в друга. Это провинция Приавихер и одноименный индуистский храм 9 века. Сегодня это спорная территория Камбоджи и Таиланда. Древний индуистский храм Приавихер достался Камбодже в наследство от французской колониальной империи. Расположенный на горном хребте, формирующем естественную границу между Таиландом и Камбоджей, Приавихер всегда был предметом территориальных споров. И не прекратились они даже, когда в 1962 году Гаагский международный суд четко установил принадлежность храма Камбоджи. Тайцев это решение возмутило. Они убеждены, что святое место принадлежит их стране. Когда Комитет по мировому наследию ЮНЕСКО включил храм Приавихер в список объектов мирового наследия, конфликты сразу возобновились. За храм пошла настоящая война с кровопролитиями и даже человеческими жертвами. Причем обе стороны обвиняют друг друга в первом выстреле. Вот это Таиланд. Раньше попасть на территорию храма можно было с двух сторон. С тайской, купив билет, или с камбоджийской, проехав пару сотен километров по грунтовым дорогам. Сегодня кхмеры обороняют этот объект. Вообще-то исторически этот объект принадлежал к кхмерской империи, в которую в те времена входил и Таиланд, и Камбоджа, и Южный Вьетнам, и Малайзия, и Лаос. Но сегодня территория оказалась спорной. Провоцирует продолжение конфликта и другая причина. Решение суда не учло, что кроме храма спор распространялся и на участок вокруг него. Всего-то меньше 5 квадратных километров. В итоге обе страны до сих пор используют карты, на которых земля поделена по-разному. А результатом такой картографической игры и несогласованности стали регулярные стычки между военными двух соседних королевств. Сегодня храм больше напоминает военный городок. Военные живут тут в палатках вместе с женами и детьми. Они мечтают, чтобы Приавихер перестал быть спорным. Говорят, что служат по зову души, ведь и самим храмом гордятся, и тем, что рождены кхмерами.
Ребят, давно служите тут? 2 года. Да, то есть ты застал стрельбу? Я даже участвовал в боях. Тоже стрелял. Даже не знаю, убил ли кого-то. Стрелять в храме? Ну это же это неправильно. Вот вы даже на камни не садитесь, потому что камень священный, на нем сидеть нельзя. Зачем же стрелять тут? Это не мы хотим. Это чужие люди, которые хотят забрать наш храм. Вы просто его обороняете. Мы не собираемся заходить на их территорию, только свою землю и храм обороняем. Происходящее вокруг храма Приавихер уже не первый в современной истории случай конфликта между Таиландом и Камбоджей из-за спора о принадлежности исторических объектов. В 2003 году тайская актриса Суванан Конгаинг сказала, что храмовый комплекс Ангкор изначально принадлежал Таиланду и был украден у него кхмерами. За фразу звезды мыльных опер зацепились журналисты, и начался настоящий кошмар. Массовые антитайландские акции в Камбодже, разгром посольства Таиланда, ресторанов и офисов крупных компаний тайцев. Общий ущерб тогда составил 936 миллионов долларов. И если одна только фраза об украденном храме вызвала острейший кризис в отношениях между двумя странами, то что и говорить о спорах реальных. Кому все-таки исторически принадлежал этот храм? Это кхмерский храм. Даже летописи это подтверждают. А ты помнишь, когда первый раз возник конфликт в этом месте? 15 октября 2008 года. Это после включения в ЮНЕСКО? Да, через неделю. Расскажи, что это было? Тайцы сюда заходили на нашу территорию. И вы начали стрелять? Они первые начали. Много погибло людей тогда? 2 кхмеров и 20 тайцев. Помимо причин очевидных, в споре за Приавихер прослеживаются и негласные. 900-летний храм, несомненно, станет объектом туристическим, и Таиланду очень тяжело смириться с его потерей. А еще тяжелее следить за тем, как быстро соседняя Камбоджа развивается и уже перетягивает туриста на свою сторону. Судите сами. Позагорать на пляжах Таиланда каждый год приезжает в среднем 1,5 миллиона туристов. Камбоджу пока посещает в среднем 2 миллиона туристов в год. В Таиланд едут прежде всего за изысканным релаксом, роскошными пляжами и качественным сервисом. А вот грандиозной изюминки масштаба храмового комплекса Ангкор в Таиланде нет. И миллионы туристов уже сделали для себя стандартные программы посещения сразу 2 стран. Таиланда, чтобы позагорать, а Камбоджи, чтобы дополнить отдых историческо-познавательной составляющей. Ангкор для Камбоджи, как пирамиды для Египта. По большому счету, природа подарила Камбодже те же богатства, что и Таиланду. Тут тоже хватает экзотики, есть роскошные пляжи и острова. И лет через 5-7, когда королевство приведет в порядок инфраструктуру и дороги, многие туристы уже поленятся ставить в паспорте сразу 2 визы. И позагорать, и посмотреть развалины древних цивилизаций можно будет в Камбодже. Таиланд четко осознает, что совсем рядом стремительно развивается мощнейший конкурент по туристической части. Это можно назвать негласной причиной, по которой спор за храм Приавихер для них настолько принципиален. В 1975 году, во времена Красных Кхмеров, храм был захвачен партизанами и до 1998 года оставался в их руках. Сегодня ЮНЕСКО взяло под охрану, но только сами руины храма, а вопрос земель оставило на усмотрение 2 сопредельных государств. И тайцы, и кхмеры признают, битва идет даже не за туриста, который непременно приедет сюда. Просто оба соседних королевства уверены, место священное, а энергетика тут сумасшедшая. И если получить право на Ангкор, у Таиланда уже не остается ни единого шанса, то в случае с Приавихер надежда остается. Продолжаем путешествовать по Камбодже. Наш путь лежит на самый север королевства, в провинцию Ратанакири. Прямо сейчас мы будем первобытным способом добывать то, что каждый день используем во многих сферах жизни – резину. Добрый день! Можно к вам? А вы чего не работаете-то? Дождь идет. На самом деле, друзья, нас сейчас ждет настоящий мужской разговор. Мы узнаем, откуда берутся резиновые изделия. Я на каучуковой плантации в провинции Ратанакири. У нас тоже есть березки, мы надрезали и собрали березовый сок. Это вот что-то похожее? Да, тоже надрезаем, и сок течет. Казалось бы, такой способ производства резины давно не актуален. Ведь уже больше 100 лет существует технология производства синтетического каучука. Но Азия до сих пор не отказалась от этого первобытного, но экологически чистого метода. То есть мы нарезаем такой же лобок и вставляем туда использованную игральную карту, по которой будет стекать сок. Кстати, в переводе с латыни резина – это смола. И только здесь, на каучуковой плантации, ты понимаешь, почему.
История каучука уходит во времена великих географических открытий. По одной из версий, еще сам Колумб привез из Нового Света диковинку – эластичный мяч из древесной смолы, эдакий попрыгунчик. Индейцы делали такие из белого сока растения гивея, растущего на берегах Амазонки. Сок темнел и затвердевал на воздухе. А мячи из него использовались и в религиозных обрядах, и даже в командных играх. Про образы современного футбола. Вот мы срезаем кромочку, и по этой кромочке начинает стекать сок. Что смеешься? Неумело я делаю, да? Ну, прости. Не каждый день приходится собирать каучук. Мы резиновые изделия добываем в магазинах, в супермаркетах, в аптеках. Вот, посмотрите. Сразу начала выделяться смола. И вот по этой дорожке стекает вот сюда. Либо в половинку кокоса, либо в чашку. Работа несложная, достаточно скромных навыков работы со стамеской и терпения. А дальше рутина. Нарезал одно дерево, пошел к другому, и так весь день. И то, если дождь не пойдет, ведь собранная в нелетную погоду смола будет содержать слишком много воды. Собственно, вот имя «каучук» произошло от имени «каучу». Это название придумали индейцы, потому что «кау» — это дерево, «учу» — это плакать. Дерево плачет. По-моему, это дерево уже не плачет, а рыдает. А дальше резать или нет? Мужики, помогите! Тебя как зовут? Мой. Мой? В переводе с кхмерского имя этого мужика. Один. Мой, это значит один. Мой единственный. В начале 19 века шотландец по фамилии Макинтош решил прокладывать тонкий слой резины между двумя слоями ткани. А непромокаемые плащи в честь создателя так и назвали – макинтошами. Так ты и удочкой умеешь? Да, я тоже порыбачу немножко. Срезаешь верхнюю кромочку. Пропадает продукт. Посмотри, сколько дерева дальше еще. То есть можно залезть и собрать, поставить лестницу. Почему нет? Очень высоко и для жизни опасно. В Европе каучук прославил английский умелец, который растворял резину в скипидаре, добавлял туда сажу и наносил на ткань, ставшую первой непромокаемой в мире. Это была своего рода революция, но недолгая, ведь свои свойства каучук сохраняет в узком спектре температур. На холоде он дубел, а на жаре растекался и превращался в липкую зловонную массу. И одним жарким летом, когда вся продукция превратилась в липкий кисель, фирмы по производству резиновых изделий разорились. И только американец Чарльз Нельсон Гудьер верил в каучук и продолжал смешивать его с солью, сахаром, песком, маслом, да в общем совсем подряд. Тогда над этим человеком, имя которого сегодня можно увидеть на миллиардах автомобильных покрышек по всему миру, смеялись. Если вы увидите чудака в резиновом пальто, резиновых ботинках, резиновом цилиндре и с резиновым кошельком, а в кошельке ни единого цента, то можете не сомневаться, это Гудьер. Ходил анекдот про него. Но Гудьер не сдавался и в конце концов добавил в каучук серу и нагрел его, тем самым открыв процесс вулканизации каучука и новую резиновую эру. Сегодня этого человека называют отцом резины. Грубо говоря, методом Гудьера сегодня и пользуются все, когда производят резину и резиновые изделия. В день одно дерево дает в среднем 1 литр смолы, продать который можно за 1000 риелей. Иначе говоря, на 4 плачущих деревьях в день можно заработать ровно $1. Средний заработок рабочего – $5 в день. В 19 веке монополистом по производству каучука была Бразилия, а за вывоз семян из этой страны полагалась смертная казнь. Но британский шпион в трюмах судна сумел вывести 70 тысяч семян дерева гивея. И так они попали сюда, в Юго-Восточную Азию. Мун, скажи, это готовый каучук, да? Да, готовый. И уже это мы продаем оптовой компании. А сколько тебе дадут за это? 10 килограмм, 1600 риелей за кило. За это ты получишь где-то $4. А сколько ты работала, чтобы собрать вот все это? Целый день работала. 10 килограмм за один день, $4. Это хорошая зарплата считается? Нет. Это мало, да? А сколько бы ты хотела получать вот за такую работу? $7.50. Как и обещали, с резиновых плантаций мы снова возвращаемся в окрестности Великого Анкора. Пришло время кулинарной части программы. Сейчас мы попробуем кхмерский заменитель наших блинчиков. Узнаем, какими на самом деле должны быть киви и бананы. А напоследок попробуем дуриан. Фрукт с запахом, знакомым всем ассенизаторам. Не переключайтесь.
Барышни, здравствуйте! Что это у вас такое? Вы знаете, мне слово кролан ничего не говорит. Я вижу, что это какой-то бамбук. Его нужно то ли курить, то ли есть. Что с ним делать? Ну, улыбаешься ты красиво. А что с этим делать? Кролан. Кролан. Ну, я уже понял, кролан. Его курить или кушать? Открывать и кушать, как банан. Это кушать. Сколько стоит? 1500 риэлей. 1500 риэль на доллар 3 штучки. Там жуки или там какая-то крупа? Рис, чуть-чуть соли, кокосовое молоко и горох. Адская смесь. Ты хочешь сфотографироваться? Ты лучше покажи мне, как это кушать. Я куплю обязательно оба. Это я тебя угощаю. Ага, ну как пломбир. Скажи мне, что это вот за трава такая? Просто листья, как пробка. Это просто как пробка. О, вот теперь вижу. Рис, липкий, в чем-то таком, судя по всему, сладеньком. Внутри точно горох. Ну и какой-то сок. Можно кушать, все нормально будет, да? Кушай, нет проблем. Давай вместе, ты первая. По-камбоджийски чнянь, это вкусно? Они это называют кролан, а мы это назвали рисовый чнянь. Правильно? Как тебя зовут? Леночь. У нас есть Леночка, а ты у нас Леночь. Это кхмерский вариант имени Леночка. Леночь, я Дима. Скажи мне, у тебя вот тут написан телефон какой-то. Это круглосуточная доставка рисового чняня на дом? То есть я могу тебе ночью позвонить, и ты привезешь мне такого, да? На мопеде или на велосипеде? Да, конечно, привезу. Леночь. Акун. Акун, это спасибо. Thank you, да. Пошли в укрытие, покажешь мне заодно, как готовят это все. Это твои дети? У меня трое. А остальные чьи? Ны, да? Ага. Что нужно сделать с рисом? Ты его варишь? Просто замачивая рис в воде на ночь. Традиция делать кролан появилась очень давно, когда в племенах бамбук использовался вместо посуды. Сегодня проблем с посудой уже нет, а кролан остался. Потому что кхмеры почувствовали, бамбук придает рису очень интересный привкус. А особенно, когда продукт долго томится в нем на углях. Леночь, слушай, а бамбук, он вообще-то обычно такой толстый, зеленый, большой. А почему это такой какой-то хиленький? Сначала берем бамбук с кожурой, начиняем рисом и приправами. Закрываем травяной пробкой и кладем в костер. Снимаем кожуру, чтобы стенки были тоньше, тогда чистить удобнее. Сегодня кролан для кхмеров – это два в одном. И придорожный водительский перекус, и деликатес. Кхмеры, которые учились в СССР, сравнивают его популярность в Камбодже с блинчиками в наших широтах. Леночь, у меня еще один вопрос. Вот когда едет машина, вы так выскакиваете прям под колеса, почти бросаетесь и продаете. Сколько в день покупают вообще? Где-то 50 можно продать. А сколько ты зарабатываешь? От 10 до 20 тысяч в день. То есть от 2,5 до 5 долларов в день. Ты зарабатываешь. Может, я тебе помогу продавать, и больше сегодня купят? Больше заработаем вместе, поделимся потом. Окей, давай попробуем. Напомни, как называется это? Кролан. Кролан! 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 Не хочет покупать. Идем вместе. Сделаем бизнес, останусь в Камбодже. Будем продавать рисовые чняни. Заживем, Леныч? Лен, я тебя буду называть просто Лена, вот на наш мотив, на украинский. Лена, просто Лена. Ну кто остановится покупать у меня твой кролан? Ты первая, а я тут уже просто как рекламный такой, знаешь, заяц, который рекламирует что-то на центральной улице. Мужики, кролан, будешь? Давай выкупай. Полтора. Нет? На, дарю. Она мне понравилась. Я ей подарил, я у тебя куплю его, хорошо? Это как на удачу. Главное продать что-то первое, потом взять деньги, так потрогать товар, и дальше все будет продаваться. Берешь и вот так вот. Раз. У нас так на базарах тети делают. Раз, раз,
Ничего не понимаю, что нам это даст. Теперь, по идее, оно продастся. Я возьму еще один. Ну, с тобой как с радиоприемником разговаривать, слушай. Едут машины. Лена, Лена, на позицию. Леночка, мне уже пора ехать. Вот сейчас туристический автобус едет. Еще им предложу, не купят. Я пас, я уезжаю, все. Кролан! 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 Нет, Лена, это бесперспективно. Ребята, все, всем счастливо. Камбоджа – настоящий фруктовый рай. Здесь есть все и даже больше. И сейчас мы попробуем все эти диковинки заморские. Здравствуйте. Что это? Дуриан. Это тот самый дуриан, король фруктов. Знаете, что про него говорят? Зеленый, с шипами, когда чистишь, вонь за версту. А когда ешь, наслаждаешься вкусом и возбуждаешься. И не случайно считается, что дуриан – это афродизиак. Что самое страшное в этом фрукте? Запах, который он издает в открытом состоянии, будет знаком всем ассенизаторам. Ну, в общем, давайте попробуем. Ассенизация – это коммунальная деятельность, призванная очищать город от нечистот. Запах городской канализации издает и этот экзотический плод. Пахнет дуриан действительно очень дурно. А вот его вкус мы сейчас узнаем. $2 килограмм. Довольно дорого, потому что, в принципе, фрукты здесь дешевые. Давайте мне один. Один хороший подберите. Вот арбузы мы стучим, слушаем, а вот дуриан я не знаю, как выбирать. Сколько там получается? 2,5 килограмма получилось. Это 20 тысяч реалей. Это почти $5. Хорошо, давайте, забираем. Я почищу. Скажите, пожалуйста, а как они растут? На дереве. Вот я сколько езжу по Камбодже, уже почти месяц, не видел ни разу. Фу! Вот они, кремовые семечки, которые вознаградят своим вкусом того, кто не побоится запаха. Потрясающе. Вот если не чувствовать запаха, а вы с экрана своих телевизоров не чувствуете запаха, и в этом вам повезло, то вкус просто потрясающий. Это какой-то вот такой кремовый десерт, деликатес. В нашей стране его попробовать не получится, потому что дуриан запрещено перевозить в самолетах. И дуриан запрещено даже заносить в отели. В очень многих отелях Камбоджи вы можете увидеть при входе такую табличку, как дорожный знак, перечеркнутый дуриан. За то, что ты проносишь этот фрукт внутрь гостиницы, полагается штраф. А у вас есть прищепка для носа? Бережить можно, вкус того стоит. Даже не могу сказать, что он напоминает. Очень сладкий, очень вкусный крем, экзотический, заморский. Привозите к нам в Украину это, будем покупать. Это совершенно невозможно. К нам контейнер будет идти месяц до Одессы. За это время он уже испортится. Так что, если хотите попробовать дуриан и расширить свой кругожор, приезжайте в Камбоджу и пробуйте дуриан. Если я привезу в Киев косточку и посажу, у меня вырастет на балконе дуриан? Вырастет? Да. И сколько лет мне нужно ждать, чтобы вот он начал плодоносить? Где-то 5 лет. 5 лет. А большое дерево по размеру? Крупное, где-то такое. Вот такое. То есть можно в горшочке на балконе посадить. И через 5 лет я буду продавать дурианы в Украине. Обязательно. Все. Решено. Вы знаете, если не вдыхать, то очень вкусно. А покажите мне, что у вас еще есть. Потому что тут такая экзотика. Просто вот у нас такого нет ничего. Красный дракон. А смотрите, а вот есть их два. Есть такой и такой. А чем они отличаются? Темный сладкий, а белый кисленький. Мангустин. Кисленький, приятный. Больше сказать нечего. Но возьму парочку с собой, да. Приятно. По виду как чеснок. По вкусу как какая-то такая очень мягкая алыча. Ланкон. Это как драконий глаз.
Драконий фрукт мы уже видели, драконий глаз, такой как желе. Ну, вкус никакой, просто вот нейтральное такое, водянистое. Кто? Сало. Сало? Сало. Не, сало не такое, я знаю, как сало выглядит. Салак. Салак? Салак. Тоже кисленькое. Совсем не сало. Ну, не с чем его сравнить. Ну, кислый фрукт такой, ну и все. Ну, что ты скажешь тут? Вот еще одна разновидность драконьего глаза. Название переводится как «богатство». Такое, знаете, трясущееся плавучее желе. Вибрирующее. Вкусно, нормально, но я вам скажу, все это сравнивать не с чем. Вот у нас аналогов нет. Вот эти все драконьи глаза, драконьи фрукты, мангусты. Это все вот свой вкус, он ни с чем не сравним. А, подождите, женщина, что это? Можно я сам? Рамбутан. Рамбутан. Волосатый ежик. Вот из всех этих кислинок этот волосатик рамбутан самый вкусный. Потому что вообще он сладкий, а не пустой, не пресный. А сколько вся стоит? $2. Ну нормально. У нас дороже точно будет. Так, это что у нас? Это манго. Настоящий манго. Не тот, что продается в украинских супермаркетах. Это манго. Это не то, что мы чувствуем, когда пьем сок из пакетов. Не, бананы у нас есть, тем более зеленых бананов у нас хватает. Ну давайте я попробую, чем он отличается. У нас бананы вкуснее, даю гарантию. Да тут даже бананы другие в этой Камбодже. Вот они сладкие и вкусные, но тоже с нашими сравнить нельзя. Совершенно другой вкус. Тамарин. В какой-то жесткой скорлупе. Какие-то корни. А он растет на дереве? Или в земле? Или это орех? На большом таком дереве. Мне чем-то финик напоминает. Мерзкий финик. Финик знаете? В Африке растут финики. На пальмах. Вот это вот то же самое. Вот это я не видел. Что вот это такое? Как что? Киви. Киви? Ну, у нас киви не так выглядит. У нас киви зеленый и с волосиками. Но вот такого киви я не видел. Давайте пробовать. Ну, ничего общего с тем киви, которое мы привыкли называть киви. И по вкусу. Хурмоподобное что-то такое. Давайте все паковать уже и пойдем. Нам пора. А сколько денег это? $12. Спасибо вам большое, Акун. Акун. Кстати, когда экзотический фрукт в Камбодже зеленый, кхмеры часто используют его как овощ. То есть жарят, варят, парят, либо просто чистят, режут, солят, посыпают специями, кушают в салатах. Вот такие вот здесь традиции кулинарные. Так что приезжайте в Камбоджу, пробуйте все это сами, но будьте очень осторожны с дурианом. Потому что если вечером вы скушали этот экзотический фрукт, а не дай бог еще и с алкоголем, утром у вас изо рта будет пахнуть как, ну в общем, как из другого места. Мазут, мазут, не бензин. Бензин не нужен, нужен дизель, мазут. Так, Андрюха, будешь? Нет. На, давай. Давай, давай. Попробуй кусочек. Куда он подключен у тебя? Соедините меня с королем! Немножко на другую тему. Отвлечемся от войны. Вот я вижу, у многих кхмеров из родинки очень вот такие длинные волосы растут. Это модно так? Это для нас как талисман. В следующем выпуске программы «Мир наизнанку» смотрите. Кошмар, который творился в Камбодже чуть больше 30 лет назад, во время правления Пол Пота. О том, как попытка построить общество новых людей обернулась горами трупов и уничтожением почти половины населения страны. О том, как мины 70-х годов продолжают убивать сегодня. Все это в серии программы «Мир наизнанку», посвященной кровавым событиям в Камбодже с 1975 по 1979 года. Не пропустите! Ровно через неделю на 1+1.